Bleek ineens 6 vrienden minder te hebben op Facebook. Na lang zoeken kwam ik erachter wie het waren. Alle 6 waren het Russische vrienden. En alle 6 hebben zij in het buitenland gereisd, hebben gestudeerd, zijn goed geïnformeerd. Zij hebben zich nu van mij en het Westen afgekeerd. Na de annexatie van de Krim is er iets veranderd in Rusland. De onbevangenheid en hartelijkheid van de Russen is verdwenen. Het oude wantrouwen voor het Westen is weer terug. Здравствуйте. Вы сами из Москвы? А вы интервью не даем. Что? Интервью не даем. А почему? Нельзя. Здравствуйте. Здравствуйте. Это голландское телевидение. Да. Вы из Москвы? Да. Я родилась здесь, в Москве. Да? Да. Вы помните момент, что они открыли этот Макдоналдс? Да, конечно. Это было 20 лет назад? Ну, давно, я не могу точно сказать. Наверное. А вы помните? Я бывала. Вы бывали, да? Конечно, бывало, все бывали. У меня внук живет в Германии, он обожает Макдональдс, приходил сюда. Но известно, что это чудесные продукты. Я, например, не возражаю, что вы закрыли. И вы тоже стояли в очереди? Нет, я не стояла никогда. Я настолько не хотела Макдональдс. Я воспитывалась в Советском Союзе, любила котлет, пакистский ресторан, ну и шикарную еду. А это так, ну это для молодых. И это может быть хорошо, что они сейчас закроют, потому мне что... Мне это безразлично вообще, совершенно, да. Mm-hmm. Но дети любили молодежь, во-первых, там общается, потом сейчас Wi-Fi, там компьютеры, все такое было. Но потом тогда, когда мы жили в России, в Советском Союзе, в то время вот эти антураж вот этого ресторанчика был необычный. Стаканы, пластиковые какие-то пакеты. Это уже как-то людей привлекало, молодых. Ага. А поскольку я за границей работала много лет, меня это не интересовало, эти пакетики. А вы любите котлеты? Пакиски. А, пакиевские. Странно. Хотя сейчас это очень не модно, наверное, пакиски. Селёдка под шубой. Нет, нет, я люблю севрюгу и осетрину, если говорить о том, что я люблю. Спасибо вам. До свидания. Ik weet niet hoe vaak ik in deze McDonald's terecht ben gekomen toen ik in Moskou woonde. 24 uur per dag geopend. Toentertijd, toen hij in 1990 openging, was het de grootste McDonald's ter wereld. En de grootste omzet per vierkante meter in de wereld. Echt het vlaggenschip van McDonald's. En je kan je niet voorstellen hoe het hier moet zijn geweest toen het restaurant in 1990 opende. Het was natuurlijk het symbool van het kapitalisme. Er stonden enorme rijen. Mensen stonden soms een hele dag in de rij. En voor de mensen die geen zin hadden om in de rij te staan, lagen op straat kleedjes met gebruikte Big Mac doosjes. Dat je die mee naar huis kon nemen als een soort van statussymbool. En dat terwijl er vorig jaar 12 McDonald's gesloten zijn vanwege die sancties. En pal naast die McDonald's zit nu een winkel met Poetin-t-shirts. Kom maar even mee. Echt sinds kort heb je dan in de hele stad allemaal t-shirts of matroska's of koffiebekers met Poetin erop. Deze is ook wel sterk. Dit is zo'n soldaat die de Krim heeft ingenomen. En die heeft Poetin toen beleefde mensen genoemd, omdat ze geen schot hebben gelost. Maar het ziet er toch niet heel erg uit als een beleefd persoon. Thank you.
They are patriots, тоже можно. Они крутые. Вот такое тоже? Mm-hmm. Это будем смотреть? Да, обязательно, да, вот это. Mm-hmm. И мне кажется, нужно взять еще вот, где написано. Мне кажется, эти футболки будут актуальны еще в ближайшие 10 лет точно. Почему там написано «Крем наш»? Ну, потому что все-таки всем уже известно, что Крым вернулся в родную гавань, что Крым все-таки это Россия, и, конечно же, то, что он сейчас в составе нашей федерации, это, конечно, очень приятно. Поэтому об этом не нужно забывать, и мы тоже обязательно, мне кажется, такую футболку должны приобрести. Так, ну он все может делать, летать, и да, еще. Играть в хоккей. Да, на самом деле, на этих фотографиях, которые на футболках можно увидеть и на всяких толстовках, действительно, это снимки, которые были сделаны за всю историю правления Владимира Владимировича, потому что чем он только действительно не занимался. Наш любимый мистер президент. А почему вы так любите Путина? Ой, на самом деле, это такая... Долгая история. Даже не долгая история. Просто я очень благодарна нашему президенту за то, что он за эти годы, что он правит нашей страной, действительно поднял Россию с колен. И то, что было после СССР, это, конечно же, полный развал, полная разруха. И то, что сейчас я родилась именно в это время, что мои дети... в будущем будут в этой стране, которую создал Путин, это на самом деле большое ему за это спасибо. Сколько вам лет было в 2000 году? В 2000 году я пошла в первый класс, мне было 7 лет, да, так что... Значит, почти весь жизнь был с всю Путиным. Мою сознательную жизнь. Вау. Владимир Владимирович в первую очередь располагает женщин своей харизматичностью, чувством юмора, потому что действительно для женщин, как я считаю, у него чувство это юмора? Очень важно. У него потрясающее чувство юмора. Не настолько, насколько его внешний вид. Хотя недавно я прочитала какую-то статью, в которой говорилось о том, что в Европе, по-моему, или даже по всему миру, Путина выбрали как одного из самых привлекательных президентов вообще на планете. Но в том-то и дело, что как раз в нем привлекает его чувство юмора, которым он очень тонко пользуется. Но плюс, конечно, тот авторитет, который он подает на достойном уровне. Ну и как раз-таки то, что думают на Западе, я несколько лет прожила в Америке в свое время, и Путина, конечно, воспринимаю там очень таким тоталитарным лидером, деспотичным. Однако, когда живешь в... Да, когда живешь в России, ты понимаешь, что, понятное дело, что его лицо на Западе кажется таким строгим и сильным, потому что иначе нельзя никак контролировать нашу страну. А если бы Путин, у него завтра будет атак сердца, не знаю, инсульт, он не умирает. Что будет с Россией без Путина? Когда-нибудь он не будет. Ну, это все понимают на самом деле, но никто не хочет об этом думать. Потому что все прекрасно осознают то, что сейчас, вот в 21 веке, в 2015 году, нету замены Владимира Владимировича. Dat is natuurlijk het nadeel van een autocratie. Vroeg of laat gaat een leider dood, zelfs Poetin. Niemand weet hoe Rusland doorgaat zonder Poetin. Een hele generatie jonge Russen groeit op zonder een andere leider gekend te hebben. Nou ja, op Medvedev na dan. Maar niemand heeft hem ooit serieus genomen. Nog nooit is Poetin zo populair geweest bij de bevolking. En dat begon in februari vorig jaar. Toen onbekende groene mannetjes de Krim bezetten. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog viel een Europees land een ander land binnen. Maar de Russen vonden het geweldig. De Krim was weer bij Rusland, zoals het hoorde. Voor het eerst sinds de val van de muur hadden ze weer iets om trots op te zijn.
Сергей Васильевич, Владимирович, Сергей Николаевич, Федор Николаевич, Леша, нет, близко не надо очень, я ж вас, посмотрите, сзади, Саша, вот, посмотри, где Саша стоит, Миш, вот так ты должен стоять. Значит, друзья мои, что касается произведения «Вежливые люди», снимает голландское телевидение, имейте в виду звук, видео и так далее. Er is vorig jaar een patriottenwet ingevoerd door de Duma. De bedoeling is dat Russen nog patriottischer worden. En dat wordt ingevoerd op scholen, dat wordt ingevoerd in de media en ook bij koren. Zoals dit militaire koor die Rusland rondtoeren om militaire patriottische liederen te zingen. En hier was een uniformie. Все в гримерках, сейчас ключ принесу. Ну а что, Дим, где форма там? Где туфли? Давай, Сергей. Так, значит, погода. Малое тоже, да, нужно? Кида? Нет. Виктор разрешил. Ой, что-нибудь забыли? Да. А что вообще это значит быть патриотом? Наверное, это в первую очередь любовь к родине. Наверное, это и есть патриотизм. Не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. Из этой песни какая вам нравится лучше всех сегодня вечером? Я не могу выделить какую-то особенную, но мне нравится старинный вальс «Амурские волны». Да? Да, очень интересная песня и красивый мотив. Из-за текста или из-за музыки? Нет, скорее из-за музыки. Я не слишком привязываюсь к текстам. Для меня, в первую очередь, музыка — это именно мелодика. А потом уже тексты. А есть еще как современные песни «Вежливые люди». Это о чем? Ну, это, в общем-то, о наших русских солдатах. И, так скажем, об их... Но это непонятно, они были русские или нет, да? Нет, это понятно. Или русские. Это понятно. Ну, хорошо. Именно об их поведении. Собственно, об их вежливом поведении, в первую очередь. «Вежливые люди» есть в каждой стране. Это песня о военных людях, которые защищают свою страну, которые несут в себе... Цель защиты. Защиты, а не агрессии. Вот. Потому что как сильный человек может защитить себя, а самый сильный может защитить всех. Поэтому это песня об армии. Я видел ролик на YouTube, я видел, как люди, не знаю, они станут эмоциональны, когда они это слышат. Как реагируют? Люди в зале. На концертах в Крыму люди реагируют. Была большая аудитория, там 15 тысяч человек, даже больше на площади. Мы туда приезжали на празднование 75-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков. Вот была дата такая. Люди аплодировали со слезами на глазах, браво, криками, овациями. Дорогие друзья, песня, которая сейчас прозвучит, имеет удивительную историю. Она стала символом события, которое год назад случилось в нашей истории. Героическая земля Крыма вновь стала Россией, а ее народ, как сказал президент, вернулся в свой родной город. Дорогие друзья, для вас поет Евгений Булочников. Вежливые каски
пылится, вежливы даже стальные машины, вежливо наша родная столица, о вежливых людях слагая. Russen zijn weer herboren na de inname van de Krim. Een stukje van het Oude Rijk is hersteld. Daar horen ook eigen normen en waarden bij, die een stuk conservatiever zijn dan in Europa. De partij van Poetin heeft bijvoorbeeld een vlag ontworpen als tegenhanger van de regenboogvlag. Er staat een gezin op met 3 kinderen. Overal ontstaan jongere organisaties die een gezond en traditioneel leven propageren. Добрый день. Добрый день. Не замерзли? Замерзли. Замерзли, да? Да. А вы не замерзли? Да. Очень приятно. Ой, ребят, ела. Ела. Так, где мы попали? Еще не все приехали. Ага. Вот, мы тут уже разогреваемся потихоньку. Угу. Это памятник, посвященный детям жертв пороков. Пороки родителей. Раз, два, три. Вова, мы с тобой! Все, хватит нас эксплуатировать. Там как-то есть эксплуатация. Het is te makkelijk om deze meisjes af te doen als zombies die zijn gehersenspoeld door de propaganda op de televisie. Misschien zijn we in Nederland gewoon niet gewend om mensen te zien die van hun land en hun president houden en niet bang zijn om dat te tonen. А вы тоже из организации? Да, 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 я руководитель аппарата. Ты первый флешмоб? Первый. Первый. Да. Именно флешмоб, да, первый. Да. Ну а такой подобная акция там с теми же, скажем так, логотипом Путина и так далее, мы вот девочки делали на Тавриде в Крыму. Вот, тогда тоже мы прогремели, назвали Путин Кинес акцию. Ага. Вот там, когда на купальниках там Путин был изображен. А когда это был? Это было в августе. Да, в купальниках сейчас нельзя. Да, да, сейчас вообще никак. Ну хотя наши девчонки могут. Суровые русские женщины. Да ласки женщины это бы не делали. Да ладно. 100%. Конечно, Путина нагреет. Мы можем одеть. Путин вас нагреет, а? Да, конечно. А каким русским ценностям можно учить? А, русским? Да. Ну, мы считаем, на самом деле, что в России вот все-таки остались те традиционные, да, патриархальные ценности. Это семья, любовь. Да, близкие, вот это окружение, да, то, что мы все друг за друга горой, да, то, что мы уважаем друг друга, никогда, не знаю, ну, банально, не плюемся друг перед другом, да, у нас вот это все, мы вот действительно коллективный народ. Угу. То есть коллективизм, он в нас живет, он в нашей душе, он рядом, вот, мы вот этим на самом деле и живем. И это может быть, что мы забыли в Западе. Да, на самом деле нам кажется, что на Западе ценности индивидуализма, они все-таки оттеснили вот эти коллективные, те, что были ранее. Угу. Вот, а все-таки на них и выросла наша цивилизация. Поэтому, угу, мы думаем, не надо их забывать. Например, когда вы видели Евровидение, кто выиграл? Это была женщина с бородом. Ну, вам, да, вам не обидно? Ладно, вам, она была бы например, вам... без бороды, это еще да. Ладно. Нормально мужчина, нормально женщина. Но это... Не, я понимаю, что есть такие люди, но выставлять это на всеобщее обозрение... Churchill noemde Rusland ooit een raadsel verpakt in een mysterie, gewikkeld in een enigma.
Een land dat je nooit helemaal kan begrijpen. Het Kremlin is nog wel het grootste mysterie. Niemand weet precies wat voor strijd zich daar afspeelt. Of wie Poetin adviseert. Het vaakst wordt Alexander Dugin genoemd. Een conservatieve filosoof. De havik van het Kremlin. Здравствуйте. Здравствуйте. Яла, очень приятно. Здравствуйте. I'm leading conservative prophet of modern Putin's Russia. He knows what I am and what I think and what is all about. He follows this agenda and is consulting this agenda when he thinks it's opportune. I'm describing what he should do from the purely platonic point of view. Mm-hmm. I'm dealing with platonic concept of Russia, ideal Russia, imperial Russia, with archetypes of the father or sacred politics. And I'm affirming that from the completely theoretical point of view. It is a kind of, if you want, some kind of eternal plan. Mm-hmm. So that was more or less the same in the Tsar or Stalin time or Chinggis Khan time. If I live in the Chinggis Khan time or Stalin or Ivan the Terrible, mm-hmm. I would advise to them more or less the same thing I'm advising to Putin, to create strong, independent Russia as tellurocratic, continental civilization with and defending our values against everybody who aggress that. If we Russians, we prefer Tsar, who cares? Why everybody in the West is against that? If we choose Tsar, if we choose hierarchy, who care in the West? But if we like our president and we consider his position as sacred one, if we possess the sense of sacredness, the spiritual dimension, if we believe in the mission of our people, we don't touch the West. But the West is aggressing us because the West is absolutely sure that it West represents the universal values. If Dutch society in the Holland chooses to be gay marriage, to be to use drugs, and to make any kind of choice, personal or collective, of politic, I think we need to respect that. We need the respect of the free will of people. But if we come to Holland, we Russians, for us, all these values are satanic, devilish, and completely unacceptable. If we come to Holland and begin to impose by the force, by the politics, by economics, by some measure, by pressure, to change Dutch people, imposing necessity of tsardom, Russian tsardom, sacrality, Orthodox Church, and only natural attitude with big measure of vodka, I think that Dutch people revolt. Dugin ziet een rijk voor zich dat zich uitstrekt van Parijs tot de Stille Oceaan, met een belangrijke rol voor Iran. Eurazië zou een tegenwicht vormen tegen het decadente en agressieve Europa. This blue heavenly star inside that represents a kind of expansion, but not military or politically, but spiritually. And that is a kind of expansion in any direction. Mm-hmm. So Eurasianism, it is a kind of expansion of the heartland that also moves in any direction. So Russia is considered to be a kind of
solar plexus of the continental body, and also the kind of bridge between Europe and Asia. Mijn fascinatie met Rusland begon eigenlijk al toen ik een jaar of 10 was. En het was zondag en er was niks te doen. De winkels waren gewoon nog gesloten toen. En dan zat ik altijd in de atlas te bladeren. En dan mijn favoriete kaart was dan de Sovjet-Unie. En dan vond ik vooral Siberië interessant. Ik kan je bijna niet voorstellen hoe groot dit gebied is. Het grenst hier aan Amerika en hier grenst het aan Europa. Om een stuk naar Magadan te vliegen bijvoorbeeld, vanuit Moskou ben je al 8 uur onderweg. Veel kan hier niet groeien met die strenge winters. De echte rijkdom zit onder de grond. Nikkel, goud, zilver en diamanten. Niemand weet precies hoeveel, omdat het gebied zo groot is. En alsof dat nog niet genoeg is, er zit meer olie en gas in de grond dan in Saoedi-Arabië. En toch hebben de meeste mensen niet eens genoeg geld voor een wc in huis. Наше производство, можно сказать. Там у нас большая мельница, да. Вот такие вот шары, такие шары туда кидают, и при помощи них происходит процесс измельчения руды. Вот. Килограмм. А это не золото? Нет, к сожалению, нет. А как бизнес сейчас? Сейчас бизнес гораздо лучше. Да? Почему? Ну, хоть и цена на золото небольшая, но за счет курсовых разниц, в принципе, за то, что рубль упал, сейчас очень, в принципе, хорошая конъюнктура внутреннего рынка, можно так сказать. За счет вот этих всех. Чем хуже всем, тем лучше нам. Тем лучше вас. А вообще в Сибирь это много золота? Ну, как говорят местные знатоки, еще лет на 100 хватит у нас здесь работать. Ну, а там в дальнейшем видно будет все уже. А так золота очень много. Ну, всех руд много, и золота, и серебра, и меди. Есть выше в горах, там полиметаллические руды. Как бы... Все здесь, да, в Сибирь? Что? Все здесь, в Сибирь. Все, да, как еще сказал, кто-то из наших деятелей сказал, что Россия будет прирастать Сибирью. Так оно и получается до сих пор, что... Вся кладь здесь. Точно. Na het referendum op de Krim houdt het Kremlin de buitengebieden van Rusland goed in de gaten. Want wie zegt dat, bijvoorbeeld Siberië, het voorbeeld niet volgt en zich afsplitst van Rusland? Siberiërs noemen Europees Rusland het vasteland. De Verenigde Staten maakten ook ooit deel uit van het Britse Rijk. Wie zegt dat Siberië niet volgt? Живя на богатой земле, самый нищий народ раздражает, скажем так. Это то, что за столько лет вот вы можете сюда приехать, снимать революцию, все те же пейзажи, да? Ну, все те же дома. Можете снимать советские времена, все те же дома. То есть ничего не меняется. Вот в чем парадокс. И вот это меня удивляет. То есть я приехал сюда, человек с города, и говорил, ну почему не сделать, допустим, ветряные мельницы, там солнечные батареи, поставить какую-то котельную. Никому ничего не надо. Я поражаюсь. Вот посмотрите, вот туалет там внизу, да. И вот люди туда бегают 40 градусов, 30 градусов. Я не понимаю. Жить можно. Я просто сравниваю, допустим, Аляску взять, штатовскую. Те же золотники. Вот. Точно. И как они живут, и как мы живем. Alexander Butnikov verlangt terug naar het Siberië van voor de fabrieken, de flats en de vervuiling van de Sovjets. Hij wil dat Siberië uiteindelijk onafhankelijk wordt. En het Kremlin neemt hem serieus.
Bukhnikov is al 5 keer opgepakt vanwege zijn activisme. Здесь советские времена стали спаивать, если по-другому. То есть до этого не пили. Все были богатые по той причине, что в Сибири надо, если пьешь, то ты замерзнешь, погибнешь и не выживешь. То есть это такого не было. И только во времена урбанизации началось вот это вот виноводочное спаяние по полной программе. Вот я, допустим, не пью, не курю. А в селах это... В селах сегодня это стандартно. То есть это вот уже спитые. Я же не буду говорить о тысячах сел, которые сегодня просто закрыты. Их просто уничтожают, потому что власть, ну, кремлевская, сделала так, чтобы все уходили в центры, в городах. Там легче управлять. Понимаете, там же завязано. В городе сейчас перекрой воду, перекрой газ, перекрой тепло, все. То есть ни огородов, ничего нету. А здесь-то все равно какой-никакой земля, тайга, вот. То есть надо тебе, если ты мясо ешь, надо идти, он взял ружье, пошел в тайгу. То есть здесь легче выжить. Сибиряк отличается от россиянина. Вот сегодня разговариваю, Сибирь это не есть Россия. Сибиряки все равно имеют свою культуру. То есть, по сути, Сибирь является внутренней колонией Москвы, как мы ее называем. И Ломоносов еще сказал, что Россия будет прирастать Сибирью. Так Россия будет прирастать Сибирью или будет Москва прирастать Сибирью? Это разные вещи. И мы вот действительно, вот Сибирь сегодня так снивелировалась в отношении с московскими, питерскими и другими, что отличается лишь уровнем финансов. Значит, что получается? Люди, которые много себя проявили, говорят, да сколько можно кормить Москву. Даже марши такие начинали делать. Вот после вот этой авантюры путинской, когда на любого, кто против путинской сегодня линии, ты предатель сразу. Ты шпион, ты госдеп, да, ты все прочее. Пятая колонна. Да, вот это вот заезженные вот эти все клише. Они присели, боятся. Вот у нас все пришли, изъяли аппаратуру, все. То есть мы остались без компьютеров, без видео. То есть мы не выпускаем сейчас вот такие видео. То есть КГБ пришло, ФСБ пришло, значит, забрало здесь вот 2 обыска, тут шерстили все вот это все. Niet alleen Bukhnikov wordt in de gaten gehouden door het Kremlin. Ook de nationale bolsjewieken, even verderop in Novosibirsk. Ook zij willen dat Siberië op termijn onafhankelijk wordt. Dat het een marginaal en nogal amateuristisch groepje is met warrige ideeën, doet er niet toe. Ja, padai doen. Ladna. Ik probeer al de hele dag af te spreken met de nationale bolsjewieken van Novosibirsk. Een kleine groep Russische oppositie. Die ontzettend worden achtervolgd door het Kremlin en de Russische geheime dienst. Het is volkomen onduidelijk met wie ik ga spreken. En ze hebben me nou al 3 locaties voorgesteld. Ik hoop dat ze nu eindelijk wel er zijn. Ik geloof dat ze iets hebben gehuurd. We gaan kijken. Добрый день. Ела. Костя. Очень приятно. Взаимно. Ела. Очень приятно. Ела. Станислав. Ела. Вячеслав. Ела. Михаил. Очень Алексей. Приятно. Так. Это кого квартиры? Это просто для конспиративной. А, так что, да. Safe house. Мы осторожны очень, у нас тут с политикой опасно играть. Вот. Но это вообще знакомые квартиры или снимаете? Нет, не снимаем. Снимаете, да? Вот, так что. А почему это так опасно? Ну, а вдруг ФСБ, либо еще, как бы, мало ли, зачем нам лишний раз? Чтобы провокации не было. Да, зачем нужно провокации лишние? Они вас следуют? Ну, бывает, иногда. Так что... Бывает. Вот так. А почему у вас немецкий флаг, интересно? Это у нас такая... У меня 2 титули с голландскими есть даже флагом. С голландскими? Да, просто дешевая и надежная одежда. А сколько у вас в Новосибирске? Порядком 20 человек актива, но остальные просто как сочувствующие. Так что... А
Вы можете сказать о акции, которые были, я думаю, в августе? Я понял, о чем вы. Да. Марш за федерализацию семьи. Вы все участвовали? Да. Да, все? Многих даже задержали. Так что мы с Константином пробыли в Следственном комитете. А, и вот со Станиславом тоже. Мы нас допрашивали 6 часов. Задержали, да, вас? Да. 6 часов держали в Следственном комитете Октябрьского района. А акция была долгая? Ну, в итоге всех, по факту, до Новосибирска даже многие не доехали. Mm-hmm. Вот. Многие до Новосибирска не доехали, потому что одних на Алтае задержали, mm-hmm. некоторым вообще сказали, порекомендовали не ехать в город Новосибирск. Mm-hmm. Вот. Ну, а те, кто здесь были, то часть задержали, mm-hmm. часть из квартир даже не смогли выйти, mm-hmm. потому что оперативники стояли на пороге. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, допустим, я. Его компания VPI. Поступила заявка, что собрались люди, большое количество людей, поэтому люди беспокоятся, что есть нарушение тишины и покоя. У нас по закону Новосибирской области 22 до 6 нарушение тишины и покоя категорически запрещено. Ага. То есть будет просьба, чтобы у нас больше заявки не поступали, что здесь... Но мы шумят, были... пьют, гуляют. Там, нет, такого не будет. А сейчас мы не... Нет, мы просто... Люди волнуются заранее. Заранее? Конечно. Люди волнуются заранее, потому что так и так. Увидели, что большая толпа людей зашла, говорят, сейчас начнут шуметь, нам спать не дадут, мы хотим спать. И это, дверь-то закрывайте. Да-ка мы как бы... У нас сейчас человек пойдет, увидит, сумка висит, сумки не будет. Да, закроем. А мы вас ждали просто, поэтому... Я вас точно не ждал. Ну вот. А если, допустим, будет революция, не знаю, через 2 года? Вы оптимисты, я думаю, она раньше будет. А раньше, да? Ну ладно, а раньше. Что вы хотите? Вы хотите как Советский Союз или... Вот тут скорее у нас нету, допустим, единого мнения, что хотим. То есть, по крайней мере, у меня точно нету. Я тактик. То есть я знаю, что сейчас плохо. Ну, как будет, то есть лишь бы было патриотически настроено, то есть не надо нам это демагогии патриотической, то есть ну, действительно мы должны как бы жить ради себя, а не ради там, допустим, опять же, как-то модное слово олигархов, там, Запада, то есть, ага. и так далее, там подобное. То есть. Что идея? Конкретно. Ну и изменить, как бы. Основная идея, как бы, все-таки изменить. Изменить. Как, каким образом? Уровень жизни. Ну что это идея-то? Плюс еще, вот, например. Ну, больше. Ну, это частично, это надо частично менять. Сознание менять, в первую очередь. Сознание населения, да. То есть, в один день, в один миг это все не поменяется. То есть, по сути, это можно сделать очень в краткие сроки, но это будет очень кровопролитно, это будет очень неправильно, это очень будет как бы... Миграционную политику в первую очередь поменять. Всех мигрантов выселить из страны просто в кратчайшие сроки. Maar wie is nou eigenlijk de migrant? Al duizenden jaren voordat de Russen hier kwamen, woonden er al mensen in Siberië. Rusland is meer dan alleen maar Russen. Это ваша машина? Машина? Вот, братуна. Ваша? Ну что, сейчас посмотрим. Так надо боевую оставить. Там вообще ничего нет, да? Где? Где? Тут вот там дверь, села. А, нет, ничего нет. Тайга. Только тайга. Только тайга. Так хорошо. А эта гора как называется? Вот это что ли? Вот это вот прям. Урчин. 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 Ну это не русский, да? Это не русский, это все наши названия. А что ваше?
А вы ваш, как ваш народ называть? Тубалары. Тубалары. Мы, тубалары. Нас около 1000 человек всего осталось, вот мы народности. 1000? Да, может даже меньше. Нет, тут сахар что-то прятался. А, наверное, вы жили здесь раньше, чем русские, да? Так, как, нет, мы, у нас вообще это исконно. Потом русские пришли. Ага. Вот. А родина наша здесь, вообще мы здесь отсюда. Наши предки, деды, прадеды, все мы здесь жили. А русские потом пришли. А когда русские пришли? А в каком году это Россия? 200 лет назад, в смысле, Алтай вступил. Только 200 лет назад? А раньше больше было тубалары или тоже так же мало? Потому что чужие жили, вот эти вот деревни, вот этих, правда, деревень-то не было, они потом уже при русских это стали. Ага. А наши в основном жили, вот там река Уймень текет, вот за этой горой, ага. Еще одна река текет. И в основном там жили. Ну тут немного есть, жили внизу там эти места. Вверху здесь вот Каракокша стоит, еще выше Бежельбек. А. Ну это все показывать надо. Там по месту ездить, рассказывать вам. А что вы себя чувствуете, русский или тубаларец? Нет, мы тубалары. У нас и язык все так. Ну в смысле были бы, в смысле больше свое государство было бы. Мы бы не были вымирающим народом. Мы же вымирающие, как получается. Да? Да. Вы думаете, через лет 50 еще будет, тубалары? Ну, будет. Не будет, может, только, вообще. Которые говорят по-тубаларски. Вообще не будет. Перемешается, да? Конечно. Язык теряется, культура теряется. Метисов там много, тут много метисов-то, вот, которые русские, тубалар, там, алтаец, вот так. Много перемешанных ковид. А вот таких чистых-то, ошибка, которые знают что-то, таких уже мало остается. Жалко. Вот он-то делал. Как жалко по-тубаларски. Жалко. Как он? Петруха? Кто бы знал еще. Но... Нет, подождите, я сейчас вспомню. Кажется, так ему жалко-то нету. Тут тебе было-то хватит. Угу, надо Алке звонить. Жене надо звонить. Это слово уже исчезло. Как вообще, знаете, куда? Я бы заблудился сразу. Я никогда не блужу, хоть куда ухожу. А. Ну, по солнцу в основном ориентируешься. По солнцу, да? Солнце, если весь, легче тебе ориентироваться. Так. Как бы ходишь, запоминаешь.